таком случае, если атакующая команда, та самая, которая условно первым номером действует, действительно серьезно раскрывается, идет вперед большими силами. Этого сейчас нельзя сказать про команду Армении. Как здорово сыграл Мовсисян! Ах, что за форвард! Ну, сразу видно, не наши закалки. Замечательно, это гол, забитый не им, естественно. Но вы знаете, вот Юра Мовсисян получил по ногам в штрафной площади. И я знаю, примерно 8 из 10 нападающих, которые в этой ситуации упали бы в расчете на пенальти, которого вполне могло бы и не быть. Мовсисян устоял на ногах, от лицевой линии сделал передачу, с которой не забить было тяжелее, чем забить. Маркос Пизелли, натурализованный бразилец. Вот сейчас это будет момент с ударом. Вот здесь мог бы уже упасть, правда? Не упал. Упал уже, как говорится, за финишем. За пределами поля Юра Мовсисян. Он и здесь двоих столкнул лбами. То есть он оказался проворнее и хитрее сразу трех защитников сборной Македонии. Ну и здесь, конечно, не поспели к Маркусу. Не поспели игроки сборной Македонии. И очень сильно осложнив тем задачу. А это гол. И он должен быть засчитан, правда? Там в положении пассивного офсайда находился игрок сборной Армении. Он демонстративно убегал из штрафной площади и все понял в этой ситуации. Австрийский арбитр. А какой красивый удар с левой получился из-за пределов штрафной площади. Мартин Богатинов вскрытый с момента этого удара. Это Мхитарян. Генрих Мхитарян. Смотрите, да, это действительно можно было бы расценить как офсайд. Там сразу два игрока армянской команды находились ближе к воротам, чем все защитники команды Македонии. Но вот вы знаете, по поводу... Мовсисян, подача и гол! Это Георг Казарян становится лучшим снайпером сборной Армении. Пятый забитый мяч с передачи Юры Мовсисяна. Это искусство паса, искусство выдать вот такой мяч, недосягаемый для защитника. А перед тем, как всегда, уйти от нескольких игроков обороны. Смотрите, что он вытворяет. Опять он от двух ускользнул. И слышите, что скандирует стадион? Теоретически, конечно, мог, как всегда, пропустить мяч. А пропускает мяч Березовский. Вот если бы пропустил мяч Овсепян и дал бы ему выкатиться за пределы поля, этих неприятностей бы и не было. 3-1 на 86-й минуте. Македонцы забивают один мяч. Первый мяч, который за три игры пропускает команда Армении. Это рослый центральный защитник македонской команды Ванча Шиков. Всех перепрыгнул в воздухе. Главный тренер и соперники. Главный тренер армянский, я напомню, Вардан Минасян, считал, что македонская сборная – это команда, никому не уступившая по игре. Но это просто издевательский гол, но тем не менее красивый! Это Артур Саркисов, главный специалист в европейском футболе по четвертым голам. Сделав паузу, положив вратаря, закатив мяч в пустые ворота. А Юра Мовсисян отдал третью в игре голевую передачу. Смотрите, он не просто отдал голевую передачу, он еще и перехватил этот совершенно непрофессиональный пас, который отдал Игорь Митрески.